Всем привет! Сегодня у нас очередной патруль в CSGO. Ну что, погнали забаним читера. Итак, наш подозреваемый играет за сторону контртеррористов. Карта Dust 2. И это у нас четвертый раунд. Начинается. Смотрим, наш подозреваемый будет сейчас принимать одного с банки парня. Минус он. Подозреваемый продвигается вглубь. Так, смотрим. Спина. Спина на... Как-то на миду он странно, он ему в спину стрелял, ниже головы, и последний патрон забрал в голову, хотя он как-то старался по патрону там отдавать. Окей, 2-2. Так, спрыжка. И погиб. Погиб наш подозреваемый на лонге. Ничего у него здесь не получилось. Опять что-то тут с распрыжкой у него очень круто. Окей, давайте. Так, лихо он забегает в банку, потому что знает, что там никого нету, скорее всего. Так, минус мидл. Второй минус. И на Б уже зашли террористы. Ситуация 3-2. Давайте посмотрим, как он тут разберется. Он так четко на модельке держался. О, ну понятно. Тут, конечно, просто открылись у него сверхспособности. И он, короче, стал видеть сквозь дым. Эйс, нормально. Единственное, на что тут можно списать, сказать, что случайно он так навелся на окно, а потом чисто случайно, или у него просто опыт, он скилловой пацан, он убил парня в дыму, потому что нигде никого нет, и надо простреливать дым, и он его четко забрал в дым. Ну ладно. Пока у нас был один момент, который тянет на использование ВХ. Так, лонг. Дает инфу, что лонг выходит. Сейчас будет откидывать смог. И вот так вот смог зажимать, как бы. Почему бы и нет? Я не знаю, ну хотя бы как-то бы кинул смог так, что... Ну где-то бы сбоку стал, можно было сказать, ну там видно было немножко через текстурку. Так, посмотрел он, что один мид, вот он внизу, видите, крадется. Он, соответственно, понимает и ловит... Ловит великолепный тайминг, то есть... Обычно просто стараются чекнуть, пока лежит дым. Ну, как бы, ты стараешься выйти и прочекать нижнюю тэшку, потому что дым закрывает тебе, получается, мидл. И только у тебя опасность нижней тэшки, или если тип будет именно подсаживаться, прыгать на бокс, тогда еще могут у тебя возникнуть проблемы. А тут, видите, подождал, пока дым рассеется, посмотрел, что одного уже можно убивать, потому что он вышел на дальняк, и снизу его не прострелят, и вышел и забрал двоих. Сейчас, в принципе... Если у него есть ВХ, он знал, что там стоит на респауне один террорист, но он не стал его, короче, убивать. Он уже когда со скаута стрельнул, все, инфа пошла, он у нас стоит на теспауне, и он его поджал и убил.
Все, ну тут инфа шорт. Все шорт, один лонг. Давайте посмотрим, что тут с АВП. Обычно сейчас модно юзать. Ну, я так понимаю, у него нет АИМа. Потому что сейчас он бы с АВП бы забрал. Однозначно, не хочет он идти. Ну, в принципе, у него 25 хп, конечно. Лучше засейвить ситуацию. Опа, как поднапрягся, да? Видел, что приближается, и сразу же такой заминжевался и, соответственно, сделал минус. Тут уже не хватило. Опа. Отлично. То есть, ну, ВХ однозначно. Однозначно, я уже не сомневаюсь, что он юзает ВХ. Касательно АИМа, его нет. Ну вот, кто бы как ни говорил, но все равно ты палишься. Ты палишься с ВХ, потому что, ну, либо надо быть очень-очень опытным и осторожным. Но все равно, когда ты смотришь, есть вот это вот какие-то действия такие вот. Либо как-то краем глаза смотреть. Или включать. Просто вот включил там его, посмотрел обстановку по карте, да, какая где есть, и выключать. То есть все равно, когда ты именно играешь на убийство с ВХ, тебе, ну. Да, ты хочешь затащить, и ты все равно будешь палиться. Вольно-невольно, ты будешь палиться. Поэтому все думают, что они самые умные. Но как бы не так. Так, серьезная помощь в прицеливании? Нет, есть убедительное основание, что помощь в обнаружении у него есть. Если я не прав, приведите аргумент какой-нибудь в комментариях, но я вот убедительное основание однозначно у меня по ВХ. Вот такой мой вердикт сегодня. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч, играйте честно.